Приветствую вас на канале сети ветеринарных клиник Биовет. Сегодня мы поделимся с вами информацией о том, как комфортно путешествовать с питомцем на такси. Чаще всего вызов такси требуется, когда вы с питомцем собираетесь ехать в ветеринарную клинику, даже если она находится близко. В некоторых ситуациях, когда животное испытывает недомогание, вы хотите в комфортных условиях доставить ее к ветеринарному врачу как можно быстрее. При вызове такси обязательно предупредите водителя о том, что вы едете с питомцем и с каким именно. Например, в некоторых такси есть прямо услуга путешествия с питомцем. Но бывает и так, что вы выбрали, соответственно, что вы будете с животным, но приезжает таксист и отказывается ехать с животным, потому что он думал, что это будет не собачка, а, например, котик. Такие ситуации бывают, и чтобы их не было, вы не теряли свое время и не тратили свои нервы, то стоит в комментариях обязательно указать, что вы, например, едете с лабрадором или же у вас собачка какой-то другой породы. При путешествии с собакой или кошкой на такси обязательно обеспечьте безопасность водителю и себе, чтобы питомец случайно не вырвался у вас с рук и не начал бегать по салону в панике. Для этого котиков и маленьких собачек обязательно нужно носить в переносках. Если же у вас крупная собака, то обычно она сажается либо в багажное отделение на подстилку, либо же в специальном автогамаке, который вы берете с собой. В некоторых такси уже есть автогамак, об этом тоже нужно заранее побеспокоиться и уточнить у таксиста. Обязательно возьмите с собой средства гигиены для питомца, и даже если ваш хвостик привык путешествовать на машине, казусы все равно случаются. Кошка может описаться в переноске, собаку может вырвать, например, поэтому с собой обязательно брать влажные сухие салфетки и одноразовые пеленки. Это поможет избежать проблем, неприятных ситуаций, когда вы будете бегать и не знать, что же делать, как же убрать выделение и казус, который произошел. Помимо этого, обязательно разговаривайте с питомцем успокаивающим голосом. Если есть возможность, погладьте его, скажите, что все хорошо. С собой можно взять какую-то игрушку, либо пледик с привычным запахом дома. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, путешествовали ли вы когда-нибудь с питомцем на такси и как прошла ваша поездка.